Очередная акция протеста против армянской агрессии прошла в Кыргызстане. Участники осудили обстрел мирных жителей со стороны вооруженных сил Армении и призвали Ереван отказаться от захватнической политики. Было подчеркнуто, киргизов и азербайджанцев связывают многовековые братские отношения. Официально Бишкек всецело поддерживает справедливую позицию Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Сегодня должен быть там мир. Это должна быть земля возвращена Азербайджану полностью. Поэтому приветствуем успех азербайджанской армии, когда мы слышим по новостям, что освободили те города, те села, которые раньше принадлежали им, но были захвачены. Мы радуемся вместе с азербайджанскими братьями и сестрами. Поэтому ни одна пядь земли не должна остаться под пятой врага-агрессора. Десятки людей приносят цветы и игрушки к стенду с фотографиями жертв ракетного обстрела мирных городов Азербайджана. Действия страны-агрессора и оккупанта Армении, убийства ни в чем не повинных детей, не должны остаться безнаказанными, подчеркнули присутствующие. Мы выступаем против армянской агрессии. Территории Азербайджана должны быть освобождены от захватчиков. Армянской оккупации должен быть положен конец. Участники акции особо отметили, Еревану не следует рассчитывать на какую-либо помощь ОДКБ. Кыргызстан, как и другие страны-участницы данной военной организации, выступает против содействия армянским оккупантам. А если и оказывать поддержку, говорят они, то только Азербайджану, который ведет справедливую борьбу за освобождение своих территорий.